Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в Cooking Simulator. Осталось вспомнить как, что и зачем здесь делать, потому что играл я последний раз неделю назад. Сейчас у меня немножечко изменился режим, и в принципе, как бы от этого режима страдает запись. Так как у меня выходит по одному видео всего в день, поэтому ты можешь понять, что игр аж целых, по-моему, 5 или 4. И из-за этого я играю раз в 5 дней в одну и ту же игру. То есть в одну игру играю 5... Короче, все. Нахер, вот эти все разглагольствования. День не закончился, собственно говоря. Мы пошли... Что делать? Тесто, блин, есть. Тут можно было бы, конечно, неаполитанского захерачить. Да, я думаю, неаполитанское сейчас сделаю. И... будет хорошо. Так, беру, значит, эту корзину. Несу на место. Беру муку 2.0. Где мука 2.0? 2.0 это красная. Хорошо. Засыпаю это все дело в... Ну-кся. Засыпаю в тестомешалку. Давай шустрее. Шустрее, пожалуйста. Надеюсь, что эта серия выйдет без косяков, потому что, ну, я же могу. Ты же знаешь, что я могу. Косячить просто беспробудно, можно так сказать. Вот. И, короче, будем стараться сегодня делать все без косяков. Хотя хуй знает, как получится. Я не могу ничего гарантировать. В принципе, я не хочу брать на себя такую ответственность и говорить, что вот, я сейчас все сделаю идеально. Нет, ничего идеального сейчас не будет, потому что играю я, как сказал, уже раз в неделю. Налей, пожалуйста, 2.4. Собака такая. Раз в неделю, естественно, опыт уходит. Опыт уходит. Ну-ка, ага, 2.3. Блин, ну не хочу я такое делать. Давай еще чуть-чуть налью. Вот так вот будет самое оно. 2.4, отлично. Отлично, никак иначе не могу сказать. Не разбей, смотри мне аккуратнее. Соль 125, вот у нас соль. Ну елки-палки, ну почему тут так мало-то? 70 насыплю, а это выброшу в мусорку. Больше у меня нет, да, в запасе никакой соли нет. Грустно, а что поделаешь? Пойдем покупать. Да не по... Не брать, а покупать. Сложно. Беру. Покупаю соли. Вот она, соль. Купить. И нужно насыпать еще 5 раз и 5 раз по единичке. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, нет. Ебать колотить. Вот это ты большой молодец, конечно. О, Дима. Дима, а что ж поделаешь? Дима вот такой вот, да. Все, косяки начались. Ай, бляха-муха. Ну, надо догадаться было в кухонный комбайн насыпать соли. Ну, блядь, ну а что, молодец. Возможно, где-то она пригодится. Но нет, вряд ли это пригодится. Да я нажму на красную кнопочку и... У меня же голова закружилась. Слушай, это на самом деле простое тесто. Дрожжи только насыпать надо и все. У меня же голова закружилась, бляха-муха, серьезно. Ой, блядь, продукты, дрожжи. Все, тесто готово. Нажимаем на, где там, зеленая кнопочка. И пошло-поехало. Дай водички махну, потому что что-то как-то прям... Ну, надо было догадаться, нет? Хорошо, тесто есть. Теста довольно-таки много. Нет. Ближе. Ближе. Вот сюда, да, молодец. Смотри, что по соусам у меня? Маринары. За глаза... Нет, барбекю, погоди, это барбекю. А маринары-то у меня как раз-таки осталось маловато. Давай тогда маринару сделаю. И нарежу моцареллы. Да? Да. Нет, и с солями моцареллу нарежу. Солями моцареллы. Нужно всего сделать просто, и чтобы было, чтобы висело, все лежало, и хорошо все. Чтобы все было с запасом. Раз, два, три.
Ну-ка. Американские колбаски. Нет, у меня вот с салями. А, моцарелла, ёпт. Моцарелла. Раз, два, три, четыре. Я в ту же гастроемкость просто хочу положить, чтобы не тратить еще одну. Так же сделать с салями. Просто нужно вот так вот сделать. Раз. Да нет. Я хочу взять колбасу. Взял колбасу, положил сюда. Взял вот это. А погоди, они же по 300 грамм. Тогда мне хватит сюда положить место. Правильно? Да, смотри-ка, все правильно, все верно. Положил на место, и теперь моцарелки. Шампиньонов тоже маловато, ну а что ж поделаешь? Шампиньонов маловато, так и будет. Беру моца... А, с этой стороны она просто иначе выглядит. 340, бляха-муха. Не поместится же все. Килограмм, и тут еще 140 осталось. Ну, ничего страшного, ладно. Давай делать маринару, потому что маринара осталось на пару пиц, всего-навсего. Ну, маринара, закрепить, и погнали. Помидоры Сан-Марцана. Сан-Марцана — это самые интересные помидоры, они очень тяжеленные, и их много не нужно. Хотя здесь кило 600 нужно, поэтому много. Кило 600 — это 16 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16. Мы большие молодцы, с тобой умеем считать до 16. Базилик, чеснок 20 грамм. Чеснок 20 грамм. Раз, два, три, четыре. 20 грамм есть. Базилик свежий, орегано, соль, оливковое масло. Это все оставшееся находится наверху. Так, здесь ничего нет. Насыпай. Быстро, 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 быстро. Молодец. Все, чеснок готов? Готов. Давай налью оливкового масла. Оливковое, вон оно. 200 миллилитров. Главное не разбить. Хотя, по-моему, я что-то там изучал, чтобы не билось. Так что проблем особо быть не должно. По-моему, я изучал не бьющиеся тарелки. Соль. 35. 35, где она тут есть? Вот она. Давай, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Сушеное орегано. Орегано, 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 орегано. Нет, это тмин. Это все не то. Где-то здесь. А, вот. 25. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Свежего базилика нужно взять 30 грамм. Сюда положить. Чеснок, базилик, сушеная орегано. А, все готово. И, естественно, гастроемкость. Кто бы мог подумать, что ее нужно взять. Маринару надо достать. Ну, а что такое-то? Что, сюда нельзя насыпать другого? Точнее, не другого, того же самого соуса. Почему нельзя-то? Так, а да, все гастроемкости у вентилятора я тоже использовал. Но, значит, придется покупать. Или же выбросить что-то бесполезное. А что здесь бесполезное? Здесь все нужное. Гастроемкость купить. И нажать на зеленую кнопочку. Смотри-ка, 10 минут на подготовку мы с тобой потратили, зато это сэкономит нам с тобой кучу времени и сил. Ну, задвинь обратно-то, ну. Не хочет. Ладничка, значит, вот сюда положу. Пусть лежит здесь. Все, готово. Ну, можно, собственно говоря, начинать день заново. Следующий день можно начинать. Часики нажимаю, да, можно заканчивать день. Доход 383, это хорошо. Смотри, предыдущий день у меня был практически идеальным. У меня, правда, пиц было всего лишь 7, поэтому давай-ка мы с тобой попробуем побить этот рекорд. День 10 будет сейчас у меня. Ну и что, пошло-поехало, да, получается? Выходит так. Сейчас будем готовить дьявола. Большая должна быть. Не, маленькая. Средняя. Средняя неаполитанская.
Неаполитанская средняя. Ну-ка, средняя неаполитанская. Беру, раскатываю. Моцарелла нарезанная, салями. Вот перца у меня, по-моему, нет, да? Маринара. Маринара есть. Нужно просто быстро делать. Нужно не заморачиваться над красотой. Но, блин, это нужно все равно делать, потому что мне сейчас скажут, что у тебя неправильно распределено. Тыры-пыры, 8 дыры. Короче, одни претензии будут. Нарезанная моцарелла 100 грамм. Это раз, два, три. Ну-ка, 4 и 5. Салями нарезанная 64 граммульки. Это 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс-минус. Красный перец нарезанный на семена похож. Где-то здесь лежал. Кончился, что ли? Ну? Не может быть такого. Не может он кончиться. У меня он был. И это факт. Он где-то здесь. А, вот он, красный перец нарезанный. Все хорошо. Положу его вон туда. Нет, не настолько туда. Вон туда. Отлично. Пицца. 30 грамм нарезанного перца. Он вот тут вот где-то. Вот. А, 30 грамм. А у меня сколько? По 2 грамма. 15 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Куда положить? 15-й. Пусть здесь лежит. И маслин нарезанных 30... Ой, 64 грамма. Они вот здесь. Сколько там в одном заходе-то? 32. Ну и ладно. Вот и все. Вот и вся готовочка. Осталось наложить дров. Их 5 штук нужно. 3, 4, 5. Взять пиццу. И засунуть ее в печку, естественно. Так, нормально, да, там все прогрелось? Хорошо. Отправляем в печь. Отменяем, бросаю в лопату. Беру следующий заказ. Беру среднюю тарелку. Ставлю среднюю тарелку вот сюда. Беру, отменяю рецепт. Беру капричозу в нью-йоркском стиле. Закрепляю ее. И... большая нью-йоркский стиль. Нью-йоркский стиль вот тут лежит. Большая. Кладу. Раскатываю. Соус Альфредо. Альфредо — это необычный соус, потому что он очень редко используется у кого-либо. Хотя было какое-то помутнение сознания, видать, у этих, как их называют, у клиентов у наших. И было очень много заказов с Альфредо. Не знаю, с чем это было связано. Не, давай, отменяю и пойду. А то сгорит. Я же говорю, сгорит, сейчас уже там почти готово. Готово дело. Вкусная такая, прям аж кушать захотелось, не могу. Серьезно, прям разыгрался аппетит. Прям разыгрался не на шутку, а с учетом того, что я сегодня еще не ел. Разыгрался он еще более, как-то... Короче, еще больше. Так. Новый уровень, ура! Я не хочу режим приготовления делать. Я, блядь, сейчас наложу не того, что нужно. Соус баффало. Ёпти. Морковка, вяленый тирольский шпик. Ой, зеленый лук. Блин, яйцо вкрутую. Венские сосиски, фарш из ягнятины. Так, короче, меня вынуждают взять все. Можно взять, конечно, вот это. Вот банан. Да, банан возьму. И возьму, ну, еще зеленого лука, конечно же. Так, следующее я должен взять моцарелла. Моцарелла. 7 штучек. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Парашюта-кота. Парашюта-кота у меня тут есть. Вот оно лежит. Да, 15. Так, 180. Ошалеть. 180 это сколько получается? 150 еще два раза. 10, 12 штук, короче. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.
10, 11, ну, давай сюда положу, 12. Нарезанных шампиньонов 70 грамм. А мне всего 160, мало осталось. 70 грамм, это опять же я говорю 12, 14 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. Выглядит очень аппетитно, я прям не могу. Артишоки. Артишоки тоже есть, 200 грамм. Ёшкин кот, 200 грамм это сколько получается? Раз, два, это 50, 4, 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И, естественно, маслины. Маслины, вот они. А, обычные, не нарезанные. А обычные у меня тоже где-то валяются, вот тут. Ну, точно же тебе говорю. Маслины. Я просто помню, что они должны у меня где-то быть. Давай брошу вот сюда. А, типа, почему бы и нет. Маслины. А-а-а. Их нужно 60 грамм, а они по 6. 10 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В целом должно быть... Так. Угу. Раз... Два бревна в печку брошу. Возьму лопату, возьму пиццу. И вперед к приготовлению. Микрофон включен? Микрофон включен, самое время проверить. Всего-то навсего почти 20 минут записываю, сижу. Так, это была большая пицца, значит, вот так вот кладу ее, беру. Угу. Выхожу отсюда, беру капри... А, подожди, рано еще. Вот так вот делаю. Выхожу отсюда, прошу-то эмаис. Что это значит, не знаю. Беру, значит, я маленькую неаполитанскую. Это средняя, вот маленькая. Маленькую раскатываю. Заливаю ее маринарой. Ну-ка, давай быстрее. Быстрее, а то у меня сейчас горит пицца в печке. Маринару. О, во, хорошо пошло. Не сгорел ничего, хорошо, отлично. Отличненько, беру. Беру пиццу. Какая красота, блин, выглядит она очень аппетитно. Еще больше разыгрался аппетит в моем сознании. И в животе тоже сейчас урчит. Это была капричоза в нью-йоркском стиле, да? Да, потому что... Да, потому что дольше заказ идет. Теперь. 5 звезд, естественно, кто бы сомневался. Ну, выходи, уходи. Теперь пармезан тертого. Он где-то здесь. 16 граммулек. Вот так вот положу. Брось. Оп. Молодец. Можно, конечно, еще раз бросануть. Вон туда куда-нибудь. Больше типа мне сказали не хуже. Главное, чтобы было равномерно распределено. Прошутто крудо. Прошутто крудо у меня есть. А нихера, у меня прошутто крудо было здесь, но я его выложил, потому что оно... Мешало мне готовить. Мне не нужно было прошутто крудо, и поэтому я его выложу. Вот оно. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту. Мне бы расширить немножко... Блять. Местность приготовления, вот это вот все. Блять, не то, нажимаю, не то. Вот сюда надо нажимать. Не достаю. Не достаю я до туда, докуда мне нужно. Ну нет, а можно куда-нибудь бросить вот так вот? Во, зашибись. Надеюсь, я достану. Достану, конечно. Нужно 60 грамм. 60 это 4. 2, 3, 4. Гениально. И кукурузки. А кукурузка-то у меня есть? Да должна быть. Где только? Ананасы есть. То, все, пятое, десятое. Все есть, блядь, кроме кукурузы. Кукуруза-то где? Алло, кукурузу куда дели? Она же у меня где-то лежала. Вот она, кукуруза, елки-палки. Куда мне все это девать? Может, просто сверху положить? Погоди-ка, а может быть, правда, сверху положить? Не будет никому хуже-то от того, что я просто вот так вот возьму и, типа... Ну а почему нет? Типа, ну почему нет? Серьезно. Правда, сверху не показывается, сколько грамм.
Ну ничего страшного. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Я это знаю. Положил, взял, пошел. Отлично. Самое главное это положить все необходимые ингредиенты в пиццу и положить их достаточно равномерно. Все остальное мелочи. Была маленькая пицца, поэтому положу сюда маленькую тарелку, возьму новый заказ. И вперед из песни «Мясная пицца». Большая пшеничная. Раскатывай. Раскатаю тесто... Ой, тесто раскатываю, соусом замазываю. И соус барбекю. Маринара мне нужна. И вперед убирать пиццу из печки, иначе она сгорит. Правильно я говорю? Правильно. Почему-то мне кажется, что они постоянно с разное время готовятся. Как знать, как знать. Хорошая песня играет. Так, это было вот это. 5 звезд. Отлично. Фонтин тёртая, это где? Тёртая это я вообще что вижу? Пармезан нарезанный. Фонтин тёртая, готов дело. По 32 грамма, а тут надо аж... Нихуя себе, как много надо. Вот так надо. Отлично. Парчетта нарезанная. Парчетта-то у меня нет ни черта. Лист базилика у меня даже... Точнее, у меня есть только лист базилика, а парчетта у меня нет. Зато у меня есть вон этот. Тунец. Вот это зашибись. Парчетта нарезанная 200 грамм. Ни хрена себе, как много надо. Это реально очень много. Нарезанная. Нарезанная это вот сюда надо положить. Ёпсель-мопсель. 140 грамм моцареллы просрал. Парчетта. Раз, два, три. Чтоб килограмм сразу был, потому что, ну, килограмм нужен. Отлично. Я бы сказал, гениально. Если бы я мог так сказать. Но это не гениально, ни черта, это, блядь, ужасно. Положить вот сюда нужно. Да нет. Вот сюда положу. Парчетта, говорит, парчетта. Раз. По 200 грамм надо. 200 грамм надо положить. Это получается 25, 8 штук. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Рис базилик 36 грамм. По 3 грамма это очень сложно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отличненько. Но это вкусная, кстати, пицца. Очень вкусно выглядит. Не то, что в прошлой серии у нас, по-моему, или в прошлой, или позапрошлой, там пиццы были, блядь, из травы только и из соуса. Это прям вообще было не очень... Опа, подожди, у меня там гастроемкость валяется какая-то. А чё это такое? Чё это там валяется такое у меня? Ну-кся. Ну-кся, глянуть надо. Глянуть надо, подожди. Ну, положи ты. Взять большую тарелку надо сначала, положить вот сюда. И посмотреть, что это такое. Кукуруза! Ну, естественно, бляха-мух. Почему бы я ее не потерял именно здесь? Следующий заказ. Ну-кся. Хе-хе. Взял. Назад. Двойная рыбная. Вот это вот выглядит... Название даже не очень, конечно. Двойная рыбная. Нью-йоркская средняя. Нью-йоркская средняя. Маленькая, маленькая. Положи. Ань, положи. Положи. Ну что такое-то, ну? Можно же взять среднюю. Не сгорел еще там, ничего? Сгорело уже, блядь. Горит. Несерьезно это как-то вообще. Ну, бляха, мух, как она выглядит, а? Как она выглядит, какая она аппетитная. Можно превьюшку ее прям засунуть вот так вот. Как же она выглядит, какая же она прекрасная. Скорее всего, даже очень вкусная. Не понял. Спасибо, что ты ее смог сдать.
Я думал, сейчас она провалится куда-нибудь под текстуру, придется заново готовить. Это было вообще не круто. Маринара. Маринара, маринара. Надо, главное, медленно возить. И тогда не будет никаких прогалов. Горгонзола нарезанная. Это вот тут, это тертая. А нарезанная где? Вот она. 100 граммуль. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Креветка 80. А у меня нет креветок-то. Креветок-то нет. Нарезанные помидоры, ёшкин кот, серьезно. Зачем тебе помидоры тут нарезанные? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Листы базилика, кальмар. Кальмары, ладно, кальмары есть. 64, то есть это нужно вот так вот, раз и два. А вот креветок у меня ни хрена, поэтому нужно идти за креветками. То есть, блин, вот как бы ты ни готовился к этому ко всему, белый лук, это не то, домашний ем, да, это чеснок вообще нарезанный, это все не то, ананас, что ананас красный, неясно. Кастер емкость. В любом случае, короче, я тебе говорю, креветки. В любом случае, тебе придется бегать постоянно вниз, чтобы все это, как это сказать, у тебя было. Анчоусы, маслины, каперсы. А креветки-то где? Кто-нибудь мне подскажет, нет? Где здесь креветки? Молоко? Молоко. Креветки! Эй, выходите! Едите, колотите, сколько здесь всего? Кальмар, креветки. Угу. Положи. Я предполагаю, что их нужно просто высыпать в гастроемкость. А где гастроемкость? А я ее купил? Вообще, купил же. Бляха-муха, куда? Куда-куда? Вот сюда положил же. Ума-то нет. Посреди дороги бросает и все. Время уже почти 6 часов, а я еще не закончил заказ. А я еще не побил рекорд. Видимо, здесь это сделать очень сложно. Па-пара-па-пара-па-па-пара-па-пара-па-па. Вот сюда положу. 80 грамм креветок. В одной сколько? 10 грамм. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В принципе, она тоже достаточно вкусно выглядит, но, блин... Не знаю, мне кажется, что в пицце креветки это излишек. Хотя, как знать, вообще, в принципе, знаешь, все на любителя. На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные, поэтому нельзя все это дело сделать универсальным. Нельзя все так взять и сказать, вот... Это хорошо, а это плохо. Всем нравится свое. Говяжий рай. Твою мать, говяжий фарш, наверное, будет нужен, да? Говяжий фарш нужен, блядь. Это очень грустно. Тесто в нью-йоркском стиле большое. Большое нью-йоркское тесто. Раскатывай. Я не знаю, скорее всего, эта игра рассчитана на какой-то кооператив, потому что откуда мне взять столько времени, чтобы готовить аж по 3 пиццы сразу? Это, бляха-муха. И 2 пиццы жарить. Это надо очень быстро все это делать, серьезно. Блин, вот сырок не очень равномерно растекся. Ну а кто виноват в этом? Никто не виноват. 5 секунд, 5 минут, двойная рыбная. Отличненько. Блять. Неравномерно распределен. А тут-то чё? Забыл листы базилика. Блин, ну все равно косяк. Ну елки-палки, ну что такое-то? Соус Альфредо. Надо же было так просто накосячить. На ровном месте, на ровном месте. Просто взять и накосячить. Сыр горгонзол тертый. Это вот это вот. Да, 32 грамма в одном заходе. 2, 3, 4. Вкуснятина. Говяжий фарш и красный лук нарезанный. Говяжий фарш. Где мне его еще найти? Красный лук еще надо взять.
Красный лук, красный лук, красный лук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И говяжий фарш. Скорее всего, он тоже в морозилке. Ягнятина, говяжий фарш, две штуки. Ага. Ну, его резать не нужно, его просто надо в гастроемкость пересыпать, и все. То есть я так понимаю. Белый лук. Что здесь мало и что здесь не нужно? Давай чеснок что выкинуть. Что бы здесь выбросить можно было? Латук, блядь, латук. Все есть, просто все есть. Гастроемкость, говяжий фарш. Очень много продуктов. И очень мало времени, понимаешь? Очень много продуктов. То есть нужно все иметь у себя всегда под рукой, чтобы все это ни на что не тратить времени, так сказать. Куда? Куда? Бляха ж ты, муха. Ну ты видел? Нет, серьезно же. Блять, ну все, ну это вообще ни в какие рамки. Столько времени потрачу сейчас. А он еще и в другую корзинку скакал, ну вообще отлично. В парчету в жопу выкинуть, выкинуть, выкинуть. Прям напряженка какая-то появилась. Не знаю, мне не нравится, когда вот эти вот подвисания происходят. То есть я-то в этом вообще не виноват. Один лук где-то просрал. Да, вот он лежит, твою мать. Ну, давай положу еще раз. Да ну нет, ну положи на место. Ну зачем ты берешь-то его? Я же взял лук. Прям какая-то ерунда происходит. То есть, ну серьезно, ну это же, блин, нечестно. Просто нечестно. Блять, что мне здесь вообще не нужно? Хумус не нужен был. Он еще не пригодился ни разу за эту серию. Хотя здесь много чего не пригодилось за эту серию. Ну а что поделаешь? Там вообще соусы должны были быть, да? Ну ладно. Сколько там нужно говяжьего фарша? 128. Так, и лук нарезанного. Лук 164. Раз, два, три, четыре. Вот тебе и вся история. Блин, день рабочий к концу подходит. От этого не менее грустно становится, потому что рекорд-то, мне кажется, как бы не побит. Очень, очень грустно. Очень долго, очень много времени тратится на вот эти вот... На вот эту вот беготню, постоянную беготню туда-обратно, на заполнение гастроемкостей, на вот эти вот нарезки, на вот эти хуески. То есть очень много времени на это тратится все. Романа. Здорово, Романа. Маленькая неаполитанская. А маленькой неаполитанской нет. Маринара и моцарелла нарезанная. Наверх маринара. Кончилась маринара. И моцарелла нарезанная. 60 грамм. Раз, два, три. Отлично. Вперед из песни. Приготовилась. Уже горит, уже горит. Нужно брать срочно. Как ты долго это все делаешь? Стол-то зачем? Он тебя что трогает, что ли? Ну... Выброси. Возьми. Опять она вот. Серьезно, ну... Ты... Ты, блядь, шутишь, что ли? Ёпсель-мопсель. Ну вот, с каждым разом все новые и новые зависания. Я не... Блях, муха, что такое? Мушки перед глазами летают. Я... Не стараюсь их искать, эти зависания. Почему они появляются? Откуда они в таких количествах? Вообще, не знаю. Пекарина Романа у меня есть? Было же ведь? Нарезанный, да, 6 грамм.
Блять, зачем он нужен вообще здесь? 6 грамм эти. Анчоусы. Анчоусы вот они лежат. Да, анчоусы были. По 10 грамм в одной, а нужно их целых 4 штуки. Раз, два, три, 4. Лист базилика и каперсы. Каперсы есть. Каперсы есть. Каперсы были, это точно. Вот они. Надо два раза швырнуть. Да. И лист базилика 12 грамм. Это у меня 4 раза. Раз, два, три, 4. Все. Такс. Время-то уже. Ого-го. Ну-ка, охлаждайся. Молодец. Молодец. Парам-пам-пам. Много здесь проблем, конечно, с физикой, но а чё ж поделаешь, игра интересная, поэтому мы в нее играем. Следующий заказ. Песто Дженовезе. А-а-а. Средняя неаполитанская. Это какой берется у меня в руки-то? Маленькая. Блять. Игра против меня. Средняя, говорю, неаполитанская. Засунь ее вот так вот. Ага, раскатай. Кошмар. Ну что, вообще ни в какие рамки. Столько зависаний, столько зависаний. Столько вот этих вот багов, лагов и вот неприятных моментов, что прям кошмар. Оп. Красота. Красота. Еще бы взять маленькую тарелочку, было бы вообще отлично, но я же не догадался. Почему нельзя взять и тарелкой поднять эту пиццу? Почему нужно именно лопатой класть на тарелку пиццу? В чем проблема? С чем это связано? Пара-п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 а-
ни в коем случае готовить, когда тебе дают звезды. Так, моцарелла ди буффало. 240 грамм. Раз, два, три, четыре. Лист базилика. 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это гениально. Это гениально, просто гениально. Так, я могу еще один заказ успеть взять, да? Могу, конечно, успеть взять. Следующий. 4 сыра. Отлично. Так, там была средняя пицца. Надо среднюю тарелку взять, положить. Сейчас, неаполитанский... Неаполитанская, вот она, неаполитанская, средняя. Это все не то. Вот она средняя, раскатываю. Раскатываю и иду сразу же доставать пиццу, потому что времени потратил кучу просто. Бляха-муха, успел бы намазать, наверное, соусом все-таки. Хотя, ну, нет, наверное, не стоит рисковать постоянно вот так вот сжигать пиццу на ровном месте, когда можно было бы этого избежать, да? Я считаю так, я считаю правильным вот это вот. Я, наверное, успею еще один заказ взять. Время, смотри, еще сколько. Полчаса целых осталось. Так, это было песто. Песто, давай возьму сразу еще один заказ. Пусть будет. Сюда. Сюда я соус маринару, естественно. Естественно, соус маринару, который у меня кончился. Который я поменяю сейчас вот так вот возьму. Вот так вот, ага. И засуну вот сюда. Угу, молодец. Наверх, маринара. Какая красота. Блять, зачем назад нажал? Не знаешь, я тоже не знаю. Горгонзол нарезанный беру. А у меня больше нет горгонзол нарезанный. Вот и вся история. Гастроемкость. Пошел, 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 пошел. Сюда. Беру корзинку. Иду за горгонзолой. Это пекарина. Вот горгонзола. Раз, два. Два. Пусть будет два.
Не хочу выбрасывать просто излишки, ну потому что, ну, глупо это выбрасывать постоянно. Хорошо, пошло. Пошло, поехало. Хотел сказать, пойдем, но... Тихо ты! Ну тихо ты, говорю же, ну. Зачем ты хулиганишь? Куда она выкинулась? Вот она. Да ну почему? Почему не принимаем? Принимаем мы все. С дополнительной платой всегда принимаем. Пармезан нарезанный. Это пекарина Романа, Фонтина, а вот тут вот пармезан. 12 грамм, это 4 штучки. Раз, два, три, 4. Фонтина нарезанная, моцарелла нарезанная. Моцарелла давай, моцарелла нарезанная возьму. Ее нужно 5 штук. Раз, два, три, 4. 5, бляха-муха, неровно положил. Опять назад нажал, случайно. Фонтина. 150. Раз, два, три, 4. 5. И лист базилика. Естественно, куда же без него? 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Не очень ровно расположил я листы базилика, но что ж поделаешь, это такая работа. Ровно всегда не получится делать. Я же не конвейер, в конце концов. Это средняя пицца. И выглядит она еще более аппетитно, чем все предыдущие. Потому что здесь очень много сыра. Пицца без сыра — это не пицца. Поэтому пицца с большим количеством сыра — это ого-го, какая пицца. Ты понимай, запоминай и бери, мотай на ус, как говорится. Так, 4 сыра вегетариана. Это опять из травы? Ох, блядь, цукини, красный болгарский перец, зеленый, желтый, ёпсель-мопсель, я сейчас Ой, бляха ж ты муха, ну серьезно, что ли? Тесто в неаполитанском стиле среднее. Это, блядь, ни в какие рамки не лезет. Жуть, просто жуть, столько всего нужно взять и нарезать. Маринара. Почему в этом углу постоянно заканчивается соус? Оп. Моцарелла нарезанная. 100 грамм. Раз. Два. Три. 4. 5. И пошло-поехало. Цукини нарезанные. У меня, естественно, нет. У меня есть спаржа, каперсы, артишоки. Ой, шпинат нужен еще. Ёшкин кот. Как мне все в шок-то повергает. Цукини нарезанные. Цукини. Блять. Подгорел чутка, ну ничего страшного, я что-то увлекся. Угольки. Блюдо, блять, у меня. Я настолько в ахуе пребывал, что сгорело все. Вот так вот на превьюх пойдет. Вкуснятина. Или вот так. Вот так вот лучше, да. Зачем я это сделал, не знаешь? Я тоже не знаю. Пошли сдавать. 4 сыра, блядь. 0 сыра. Хоть одну звезду дадут. Новый уровень, новый рецепт. Тесто на закваске. Вот спасибо-то, без него-то как мне жилось. Не бьющиеся бутылки. 2 звезды всего не дали. Тесто немножко подгорело. Сыр немножко подгорел. Ну ничего страшного. Ой, блях ж ты муха. Так, ну ладно, пойдем за цукини, за хуини, за вот этими вот перцами. Жуть, как много всего нужно-то. Цукини. Где здесь цукини? Как оно выглядит вообще? 200. Раз, два, три, 4, 5. Красный болгарский перец. Зеленый тоже нужен. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И желтый болгарский перец. Перец. А где желтый? А почему он отдельно-то лежит? Раз, два, 3, 4. Ну, собственно говоря, пойдем нарезать. Поместить в гастроемкость. Только мне не все надо помещать туда. А почему? Почему нельзя-то? Ну, нарежь что-нибудь одного-то. Или ты мне предлагаешь все по отдельности насыпать? Бляха-муха, серьезно. Желтая,
желтая. Гастроемкость. Как мне нужно много гастроемкости купить сейчас? Я просто в ахуе из таких заказов. Серьезно, столько много всего нового положить мне в один заказ. А у меня сейчас, кстати, оборвется запись, и я пропаду с вебки. Представляешь? А знаешь почему? Потому что. Ну, я сразу появлюсь, конечно, в этом нет ничего страшного. Но все же. Потому что запись идет уже почти час. Ну, не час, конечно, там, бля, 50 минут почти. Так, все, килограмм. Гениально просто, гениально. Поместить гастроемкость, порезать. Пойдем. Как же Эйен-то все тяжело. Можно теперь положить, нет? Сука. Что за жизнь такая? Положить. Купить. Вставить. У меня аж наушник сейчас выпадет. Не выпадай, наушник. Сиди на месте. За 180 что-то секунд приготовить что-то там. Ну, я, короче, гениальный шеф-повар, поэтому мне дают достижения какие-то. И, естественно, цукинят набрать. Где она там валяется? А, все... А как они все оказались в корзинке? Если я их не... Если одна там выпадала. Хрен его просыт, да? Ну и ладно. Так, наверное, вот сюда. Ох, ёшкин кот. По 50 грамм, короче, цукини. 10 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перца. Блять. Серьезно, недостаточно высоко лежит. Отлично. Так, зеленый. Нет, с красного начну, как полагается. Тоже 10. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. Теперь... Бляха-муха. Да не то я хочу сделать. Я хочу просто взять и приготовить пиццу. А то мне сейчас вообще не дадут ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И зеленого перца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Лист базилика. 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, естественно, шпинат. Шпинат это чё? Шпинат это вон... Где шпинат? Шпинат. А у меня нет шпината? А где ж мне его взять? Ну, серьезненько. Где шпинат-то мне взять? Тут его тоже нет. Он что, внизу где-то растет? Шпинат 14 грамм. Шпинат, ёптель. Блять, кто догадался сюда его положить? Шпинат. Еще одну гастроемкость, ну конечно же. Почему бы не сделать, блять, миллион гастроемкостей и... не знаю, там, и все сразу использовать. Жуть, конечно. 14 грамм шпината. Сколько там в одном-то? Один. 14 грамм... 14 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Пиздец, это не пицца, это ужас. Это самая сложная пицца, которую я когда-либо готовил вообще, серьезно. Это просто самая сложная пицца. Надеюсь, тебе хватит, чтобы пожариться.
Просто серия вышла необыкновенно длиннющая, у меня в животе сейчас заурчало из-за того, что я хочу жрать. Они такие вкусные и настолько хорошо выглядят, что я прям не могу. Это была средняя пицца, поэтому беру среднюю пиццу. И даже готовить здесь, в принципе, нечего. В следующей серии мы с вами подготовим... А, ну, нью-йоркское тесто максимум, что мы можем подготовить, чтобы потом не мучиться. И все, а в остальном-то у меня уже все, что можно, только нарезано, мне кажется. Так что сейчас даю пиццу, и мы с вами прощаемся, потому что... Да? У меня же ведь больше ничего не надо готовить. Ничего не надо больше готовить. На этом будем прощаться, потому что серия уже невероятно долго идет. Очень длинная серия получилась. Все благодаря таким сложным пиццам, как вот эта. Если бы не они, серия бы кончилась уже давным-давно. И рекорд, может быть, я бы поставил. Я не знаю, сколько я пиццу сейчас приготовил. Ага. Все, отправляйся. Надеюсь, мне дадут хотя бы 4 звезды. Да, только по времени я пролетел. В принципе. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующих видео, в следующей серии. И до встречи. Всем пока.